Тара, товарищи, сегодня мы будем играть в эту игру. Поставьте лайк, подпишитесь. Я приведу вас правильным путем, товарищи. Вот. Голосуйте за Ильича. Ладно, покривляюсь и хватит, ребята. В общем-то, мы сегодня поиграем в эту игру. В общем-то, я не знаю, как его, в общем-то, я не знаю, о чем она. Точнее, я посмотрел немножко в Стиме, именно, только в Стиме. Там строительство, типа, я думаю, как City Skylines, типа, вот такое вот, ребята, да? Но Совет Республик будем строить. Мы будем строить, товарищи, Советскую Республику. А почему Республику? А? Товарищи, правильно путем идем, товарищи. Пошел вон отсюда, каштавый. В общем-то, я не смотрел никаких гайдов. Чего мастерская, курс молодого лидера. Слушай, я не знаю вообще, о чем она. Давайте... Курс молодого лидера. Партийное руководство. Допустим, вот это вот. Курс молодого лидера. Основы, транспорт, энергетика и коммунальные сети. Давайте основное. Чего? Столько много основы. Окей, погнали основы играть. Ожидай, товарищ. Товарищ. Чего? А почему так долго? Оно что, теперь все загружается? Так. Так. Обучение. Товарищ, добро пожаловать на занятия нашего курса молодого лидера. К сожалению, в настоящее время мы не проводим отборочные экзамены и не можем установить ваш начальный уровень. Поэтому наш курс будет начинаться с самых азов. Мужайтесь, товарищ. Сперва постройте жилое здание на отмеченной позиции нашего испытательного полигона. Для этого следуйте за красной стрелочкой подсказкой. Затем левой кнопкой мыши выберите предположенный дом. И чокните ПКМ на ЛКМ на отмеченной позиции, предварительно развернув здание колесом мыши. Ага, хорошо, товарищ. Так, деньги. Бесконечно, спасибо. Ничего себе. Пожалуйста, а мы за что играем? У нас рубли есть и доллары есть. Доллары. Как там было? Зеленые, грязные бумажки.
Эти доллары, доллары, зеленые грязные бумажки. Твари все. Вынести вас всех, блин. Все, блин, твари. Ну тебя. Жирик, спокойно. Место, фу, жирик. Так, значит. Это что у нас? Это у нас... 10 метров в секунду, ветер северный, этапами с Твери зла немерено. Спокойно! Так, это что у нас? Сытость, это что у нас? Качество одежды. Ага, а это что у нас? Рабочие, дети, прочие. Вопрос, а что прочие-то? Заключенные, студенты, заключенные, туристы, да? Правильно. Это что у нас? Качество одежды, довольство спортом, религия, телевизор, лояльность к власти. Угу. Вот это вот, кстати, очень важно сейчас. Допустим-то, ух ты, сколько, слушай, тут сколько много кнопок внизу. Я прямо, это самое... транспорт, транспорт на отрасли, грузы и хранилища, коммуникации, городостроение, промышленность, а это что такое? Снести инструменты ландшафта, скрыть нижнюю панель, угу. Жилые районы, кварталы, я ухожу красиво. Пошли, большие жилые дома. Пошли. Какая авиация? Ты чё, дурак? Рано еще жилые дома. Жилые дома, и что будем строить? Панель многоквартирный дом. Панель многоквартирный дом. Стоимость... 13 115 рублей. Качество жилья 87. Ага, вмещает работников. 143. Подожди, 143. 205. Пожалуйста, а почему я вот этот вот именно строить надо, а не... Ну ладно, допустим-то вот этот строим. Допустим-то. И построить здесь. Пожалуйста. Ага, его надо вращать, правильно? То есть надо... Выбрать. Построить тяжелое здание на красной силуэте. Я понял. Вот тут вот надо построить. Вот так вот его надо построить. Оп. Вот, построил. Так, escape. Так, мы построили первый дом. Так, значит, используйте ВСД, чтобы... А, я только что сделал камеру, двигал. ВСД. Двигаться сюда-туда. Постройте... как в прошлый раз, постройте как в прошлый раз дорогу. А теперь, ой, тьфу, как в прошлый, постройте дорогу, и в прошлый раз следуйте за стрелкой, за подсказкой. Зачем левой кнопкой мыши выберите, так, щелкните, да, это, отмечайте позиции. Так, не отпуская кнопки, кстати, не отпуская кнопки, тяните курсор. Во второй отмечены позицию. Ага, я понял. Так, дороги. Пожалуйста, какие у нас дороги есть тут? Дороги. Асфальтные дороги. Предельная скорость 110 км в час. Чего это? Пожалуйста, дороги для... Пожалуйста, дороги для жить... Допустим, асфальтная дорога. Пожалуйста, откуда мне строить? Докуда? Ей! Подожди, а почему тут стрелки? Покажут в ту сторону. Все стрелки покажут в эту сторону. Вау. Окей. Пожалуйста, именно отсюда, да, дорогу надо строить. Допустим, дорогу. Ведь не важно, в какую сторону ведь строить будем мы дорогу. Вот, допустим, вот так вот, ровненько ставим дорогу. Вот.
Все, дорогу я поставил. Ага. И асфальтированная дорога. Предельная скорость 110 км в час. Пошли. Чего? А я что, неправильно построил? Что-то. Пошли. А! А! Так. Ну да, я вроде бы правильно построил. Так, минутку. Спокойно. Так, дорога. Простая дорога у нас, окей. А, значит, что там дальше надо? А, в процессе постройки вам потребуется приблизить или отдалить. Нажмите Shift и вращайте колесо мыши. А, даже так? Я могу и... И что? А, что у нас? А, чего? Градостроение. Выбираем. А, автостанция. Подожди. Автостанция. Малая автостанция. А, малая автостанция. Допустим, выбираем. И что? Ага. Малая автостанция. Поставить. Опа, да, пошли строить. Пошли. А как они будут строить, если у нас нечего строить-то? Пошли, они ходят по... А почему они ходят-то? Пошли, они просто пришли и будут сейчас строить, да? А, нет, они не будут строить. Они просто тупо пришли на на автостанцию, да? Та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. А, пожди, чего 84%? Безработные 84%? А, пожди, а почему все безработные у меня? У меня лояльность к власти 60%. А что мне надо дальше делать? Проверьте доступность маленькой автостанции для жителей дома, которую вы построили прежде. Для этого КМ выберите маленькую автостанцию и выберите затем соответствующий значок. Синий пунктир показывает самый короткий пишущий путь от выбранной к другому зданию. Синий пунктир, пожалуйста, какой? Где синий пунктир? Я не вижу. Пожалуйста, где синий пунктир? Я только вижу вот эту вот фигню красную. А у меня авторские права не взлетят? А, допустим, нажал я. А показать здание в пишущей доступности. Вот так! Я понял, они теперь будут... Снести, какой снести? Я понял, они теперь будут показывать. Он показывает, типа, путь. Типа, ага, они сюда идут, сюда, все правильно, и сейчас сюда будут. Ага, я понял. Ну, допустим, я понял. Темные... И как зеленые, как люблю я вас,
каяюсь я вас, очи черные. Да-да-да-да-да! Паша, мне авторское право не залетят, кстати. Паша, как можно... так, вот это вот. Пешеходы-переходы, да. Чего? Тропинка. Гравированная дорожка. Упростить путь людям. Ага. Да пусть это. Оп! Ага, ну да, теперь они будут вот так вот ходить, правильно? Посмотрим. Да, ну да, теперь вот так вот будут ходить они. Ну да, все правильно. Теперь они вот так вот ходят. Постройте пищевой завод. А почему... Подожди. А как можно... настройки. Подожди, настройки. Настройки, общие настройки. Подожди, открыть... единицы измерения, настройки оповещения. Подожди, а тут нету авторские права, типа... Типа, мне не полетят за авторские права. Типа... Надеюсь, меня за авторские права не залетят. Товарищи. Так, постройте доступность маленькой автостанции для жителей дома. Обратите внимание, что путь граждан сократится практически в 5 раз. Отличный результат. Теперь постройте пищевой завод. Пищевой завод. В 5 раз сократился. А ну да, мы. Ну да, мы построили прямо. Вот так вот теперь они ходят, я понял. Постройте пищевой завод. Так далеко? Я мог до около дома построить пищевой завод. А, ну, заводы, да. Заводы надо дальше строить. Допустим-то, промышленная... Промышленность. Строим. Пища. Просто пища? Строить. Тут есть. Откуда вход даже тут есть? Я понял. Это вот синенькое вот это вот. Ой. Я понял, это вход. Так, построили. Оно автоматически строится даже. А даже мне не надо это самое, как его называется-то? Рабочих. Так, наша республика строится пока что. Ну, допустим, построили. И что мне делать? Текущая производительность. Склад. Нет рабочих. Пошли, а я могу музыку почише сделать-то? Давайте я музыку почише сделаю, хотя бы. Я понимаю, что тут весело нам. Да не настолько весело, мы еще даже не тяпнули, чтобы это самое начинать петь. Значит, напоминаем. ВСД, это я понял, перемещаться. Используя правую кнопку мыши. Чего?
А, ну да, правой кнопкой мыши мы можем тоже перемещать. Ну так легче немножко, кстати. Но, ладно, допустим, мышкой можем мы тоже. Shift и колесо мыши для приближения и отдаления камеры. Ну, допустим, а я могу и без мыши даже. Без шифта даже. Точнее. А также информируем, что поворот камеры можно использовать среднюю кнопку мыши. Ага. Я понял, мы можем не только вот так вот смотреть, мы можем сбоку смотреть, правильно? Мы можем на здание сбоку смотреть. То есть мы можем сзади посмотреть. Окей. А, подожди, это что, надо везде строить? Эти самые, как его называют, это автобусные эти самые. Так, что? Автомобильные дороги. Да, автомобильные дороги. Ага. Для пассажиров. Автобусная остановка. Поставить автобусную остановку. Да-да, товарищ. Ага. Ага, ну конечно, надо дорогу поставить. Так, дорога. Оп. Так, дорога. Тебе большую дорогу построить надо. Так, ладно. Так. Ну что-то кривовато. Ну ладно. Дорога кривовата какая-то у нас, ребята. Депо. Так, это что у нас? Грузы и хранилище, да? Депо. Депо автомобилей. Автомобильной техники. Ага. Так. А как ставить ее? Вот так вот, да? Ага. Так, строим. Нижний Тагил. А я могу переименовать? Тагил! Купите автобус для перевозки рабочих. Лев 695Б. Гордость советских инженеров. Отлично. Для этого подойдет вместительный красный автобус. С мягким сиденьем. С мягкими сиденьями, в котором тепло даже в судорожную пору. Допустим-то. Купить. Это что у нас есть? Купить новое транспорт средство. Купить новое транспорт. Чего? Ладно. Показать все, что у нас тут есть. Ничего себе, у нас есть даже каток. У нас есть. Это не буханка. Москва 3155 у нас есть даже. Ничего себе. Допустим, покупаем вот этого. Так, у нас есть автобус. И что нам сделать с ним? Откройте окно транспортного средства и закрепите его по умолчанию. Чего? Откройте окно транспортного средства. Но я уже открыл. А, или не открыл. Чего? Я сейчас не понимаю немножко. Откройте окно транспортного средства и закрепите его. По умолчанию окна закрываются при...
Ага. Ага. Закрыть. А! Я понял. Что это? Это просто тупо. Я понял, мы можем просто тупо. Жалко, что нельзя это самое. Больше-меньше сделать окна. Но это удобно, кстати. В некоторых моментах. И добавить, да надо. Ага. И что? А, выбрать остановку, да? Это что у нас было? Новая остановка. Ага, один. И вторую остановку, да, выбрать. Остановка номер два. И что? Отправить на маршрут. А можно, пожалуйста, не смотреть? Я хочу посмотреть, как оно едет. Да уберись ты, красная херня это. Я хочу посмотреть, как оно катается. А дождитесь, пока рабочие не доберутся до завода. Можете немного ускорить ход времени. Для этого воспользуйтесь машиной времени. Новейшие разработки Академии наук СССР. А машина времени? Не, ну ладно, допустим. Союз Советский... как там? Не, Союз... Как... А, неправильно тут. Это переводится по-другому. Сталин спиздил 100 рублей. Вот переводится как СССР. А, если потребуется остановить время, то в таком случае можно воспользоваться машиной времени. Для этого функция есть горячая клавиша пробел. Ага. То есть я могу пробелом, я понял. Ага. Допустим, поехали мы. Мы такие едем. Едем в Совсевское дели. Ой. Да, на дискотеку. Едем мы на дискотеку. Допустим, автобус. Поехали. Сейчас они должны загружаться, правильно? Подожди, а ведь они сейчас загружаются. Да вы не успели вы. Там некоторые не успели. Ну, допустим-то, автобус едет такой. Смотри. Допустим, едем такие мы с вами. Едем. Так, едем. Так, автобус у нас едет. И приехал. Правильно? Да, приехал. Так, и он. Рабочие пошли на завод теперь. Значит, все за... Так. Стоп. Так. Я на стоп нажал пока что. Я хочу посмотреть. Так, значит. У нас есть рабочие, правильно? Текущее число рабочих. Чего? Максимально 170. Ага. То есть 170 человек может на этом заводе работать. Нифига себе, ребята, 170 человек, много. А сейчас работает 21, да? Маловато. А это что, покупка ресурсов за рубли? Серьезно, может, за доллары? Подожди, минутку, я хочу немножко подвинуть кресло. Вопрос. А какой курс, извините, ребята? Какой курс доллара в данный момент? Ладно, допустим-то за рубли купим. А что нам нужно покупать? Купите сырье для завода. Что, дамок на переработку. Вопрос, а что мы, какое сырье мы покупаем? Алло. За тонну? 31,04 рубля. В зависимости от расстояния до соответствующей границы. Ага. А сколько нам надо купить-то? Пожалуйста, мне нужно 12 тонн.
А мне сколько? А сколько мне надо купить-то? Извините. А тут не... Да, пусть, ну ладно. 20 тонн. Пожалуйста, а если я еще нажму? И купить. Нажму. Ладно, я не буду это делать, хорошо. Давайте мы... Вот именно как по туториалу будем все это делать. Вот. 20, ровно 20 тонн мы покупаем за... Цена за тонну 17, подожди. 17,84. То есть получается, 1 тонна это 17,84. 20 тонн, да, получается 17... Это сколько мы потратим-то, получается, ребята? 17 на 20, да, умножить надо. Допустим-то. А, итого, ага! Вот тут стоимость ресурсов. Я понял, мы можем вот так вот... Я понял, уже посчитано у нас тут. Я понял. Допустим-то, покупаем. Хорошая работа, спасибо. Закройте окно, чтобы не мешало обзору. Подожди, а... Подожди, а как мы будем доставлять это? Извините. Ладно. Закрываем. Так, постройте... Чего? Постройте дорогу к пищевому заводу. Ну, допустим, то пищевому дорогу... Ой. Так, дорога, я знаю, где находится. Вот тут вот. Да. Как все сложно, ребята. Это очень... все ваши граждане нуждаются в еде, но это логично. Это одна из базовых потребностей. А неудовлетворение, которое в конечном итоге может побудить граждан к побегу из республики. Республики. Ага, постройте гастроном, который... некоторые граждане из соседского дома будут там работать продавцами. Чего построите гастроном? Которые некоторые граждане из них будут работать продавцами. Ну, допустим-то. Ага. Ладно, допустим, с паузы убираем. Пожалуйста, это около дома гастроном надо строить, правильно? А, ну да, около дома гастроном, конечно. Ясен красен, что около дома. Не около, то завода. Это логично-то. Кто на завод пойдет-то? Так, подожди, они все... Пожди, минутку, а сколько вместимость в автобус у меня? Пассажиры. А, 52 человека, да, вместимость? Допустим, так, 52. А здесь тогда сколько у меня? В этом доме. Безработные граждане не смогли достать еду, церковь, мясо, отдых, одежда. Сколько электроэнергии. Ядрит колотить. Меня сейчас забанят, ребята. Тут не только побег из республики. Меня тут это самое импичмент сделают мне. За такое. Я вообще вождь плохой какой-то я. Чего не хватает, ребята? Значит, постройте что? Мне нужно построить там было. Булочную построить? Не, не булочную построить. Гастроном построить. Как говорится, кто в булочную ездит на такси, ребята, а? Городостроение, допустим. Городостроение питательное, так. Гастроном. Гастроном построить. Он автоматически клеится тут. Ага. Я понял. Ну, допустим, гастроном. Так, у нас есть гастроном.
вы куда? Я только что открыл гастроном. Я понимаю, что, ну... Серьезно, в советской... Серьезно, вот такая вот вывеска была? Ну, что-то я сомневаюсь, ребята, что вывеска вот такая вот была. Тут немножко что-то неправдиво есть. Купите крытый грузовик для перевозки продукции пищевого завода и в гастроном. Болеслав Ш-706РТ будет несколько избыточным для этого дела, но нам нужен быстрый результат. Ага. Так, купить транспортное средство. Борислав Ш-706РТ. Купить. Купили. Теперь его надо... Погодите. Мне надо... выключить. Так. Так, откройте окно транспортного средства. И закрепите его по умолчанию окна... Так, открыл. Закрепить. Закрыть. Теперь его надо... Подожди. А его надо на маршрут ведь поставить, да? Новая остановка. Подожди, откуда он будет ехать тогда? Подожди. Он должен ехать с булочной, правильно? Ой, тьфу, с булочной. С завода, во-первых, да? С завода и в эту самую, в гастроному он должен возить. Вот. То есть теперь он будет... А. Отправиться на маршрут. Пошли. Блин. Жалко, что здесь эта фигня стоит. Так, допустим, закрыть. Теперь у нас... По сути, еще одно жилое здание. Так. Так, у нас так. Так, этот хлебушек возит, правильно? Этот хлебушек возит. Так, это у нас остановка. Так, это у нас завод. То есть сейчас он будет Так, он сейчас будет... Ага. То есть он сейчас еду... То есть хлеб загружает, правильно? Нет рабочих. В каком смысле нет рабочих? Алло. Чего? Почему нет рабочих? А куда они ушли? Допустим-то. Правда, странно разворачивается автобус. Ну ладно, допустим-то. Давайте сделаем, типа, мы не видели это. Давайте... Я просто хочу проследить за этим автомобилем. Автомобили... Все, заполонили. Это у нас что? А, это наш, этот самый... хлебушек, правильно, тут? Подожди, а как я могу... Мне вот, знаете, что не нравится? Что они тут вот шастают. Вот граждане тупо просто шастают. Вот тут, серьезно? Он сквозь машину прошел. Я ведь тут строил это самое. А почему они не могут... А, потому что я дорогу тупо не построил, да? Ладно, допустим. Построить... Постройки что у нас? Городостроение выбрать. Дома. Жилые дома и панельные многоквартирные дома. Так. Многоквартирные дома. Так, многоквартирные дома, допустим-то. Построить. Почему я не могу поставить? По сути, здание... Отключите
автоматическое заселение. А как вам автоматическое заселение выключить? Это что у нас? Ой. А, тьфу, это пищевой завод, извините. А где... А! Я понял. Ага. Вопрос, а зачем тогда автоматическое заселение выключить? Допустим-то, построить. Так. Вопрос, а зачем нам иммигранты, если у нас свои есть, рабочие? Подожди, у нас какой? Февраль 1960 год? Подожди, стоп. 1960 год. Подожди, а кто у нас у власти тогда? 1960. Подожди, а кто в 60-м был? Блин, подожди, а кто в 60-м был? В Советском Союзе. А ну-ка. Ага. Мне интересно, кто в 60-м году был у власти? 1960 год. Может быть, даже не Брежнев. 1960, а ну-ка сейчас. 1960 год. Ты что, можешь славянки? Так, тысяча... Подожди. А, нет! Брежнев, ребята. Сейчас Брежнев у власти. То есть не сидит Брежнев у власти. 1960-й. Он как раз в 1960-м. До 1970-м. Брежнев был. Чего? То есть сейчас мы... А, мы все правильно тогда. Все правильно, ребят, тогда получается Брежнев. Ага. Как его там? Леонид Брежнев, правильно? Так. Так, подожди. Значит, погасите как минимум 70 иммигрантов в этот дом. Из стран третьего мира за доллары. Можно пригласить иммигрантов со средним образованием или вовсе без образования. Вообще, а зачем мне без образования? Нахрен они мне нужны, ребята? Еще их тут обучать нужно. Мне, я учу с образованием тогда. Из других советских стран за рубли можно пригласить иммигрантов, которые имеют образование от среднего до высшего. А, ну это ладно, допустим-то. Также из других советских стран за рубли можно пригласить специалистов, которые имеют только высшее образование. Для большинства работ... Подходят люди со средним... Подожди. Для большинства работ подходят люди со средним образованием. Однако некоторые работы могут выполнять только люди с высшим образованием. Подожди. Минутку. А в медицине? Мне сейчас самое главное сейчас вот медицина и промышленность, ребята. Вот самое главное у меня. Вопрос. А вот в медицине и в промышленности среднее нужно? Не, ну доктора там нужно, это сам высшее, конечно, доктора там. Ну, допустим-то... Пригласить как минимум 10 иммигрантов... Ага. Так.
А сколько мне их надо нажимать-то? А, все? То есть я 70 их. А это что такое? Постройте еще одно жилое здание. Отключите автоматическое заселение граждан. Ага. То есть... Подожди, я сейчас нанял... Подожди, я получил... Чего? Даже тут имена есть у них. Дети. Есть даже тут название. Подожди, это кто такой? Продолжительность жизни есть даже. А как можно посмотреть образование их? А, все, я вижу. Среднее образование везде, у всех. А, все, я понял. У этих среднее, у вот этого высшее образование одно. Я понял. Ну, допустим-то. Подожди, я дом-то построил. Подожди, они что, будут сейчас пешком тупо идти? А ведь не... А почему здесь вот? А почему нельзя рядышком построить? Вплотную притом. Жилые... Большие... Так, вот это и... Панельный многоквартирный дом. Так, допустим так. Почему нельзя вот так вот построить? Рядышком, вот так вот, прямо... Прямо в упор, знаете? Вот так вот. И экономия места, во-первых, и... так, допустим, там... Так. Пожалуйста, где-то... А, у меня заселение граждан. Так, у меня выключено ведь. Правильно, заселение граждан? Правильно, выключено. Построить. Так, а, надо вот это сделать. Тьфу ты, я пробел нажал. Так. Ну, допустим-то, оп. Переселите жителей из одного дома в другой. Для этого откройте окно дома и щелкните, окей. Щелкните на соответствующий значок. Так. Нажал. Ага, и курсором на этот. Я понял. Урок какой-то, товарищ, вы свободны. А, это что, все? Конечно, к следующему. То есть мы тупо... Так, следующий урок. Товарищ, добро пожаловать на занятие нашего курса молодого лидера. На этом занятии мы рассмотрим организационную добычу ресурсов. Этим знанием... Это знание пригодится вам для налаживания добычи природных богатств, чтобы обеспечивать сырьевую независимость республики. Начнем с постройки каменоломни. Каменоломням нужно строить на скалистых... холмах. Чем больше камней окружает ее, тем больше добычи за единицу времени. Общий запас камня для добычи не ограничен. То есть каминару... Ой, тьфу. Так.
Так, значит, каменоломня. Ага. Так, значит. Это что у нас? Промышленность. А ну да, логично, промышленность. Промышленность, гравий. Каменоломня. Ага. А как ее строить-то? Вот так вот, да? Ага. Вот так вот построить. Я хочу... для работы каменоломни требуется экскаватор и рабочие. Причем экскаватор может добывать ресурсы даже без рабочих. Как? В каком смысле? Ладно, однако совместными усилиями экскаватора и рабочей каменоломня может доставлять гораздо больше камня. Теперь купить экскаватор на каменоломню. Подожди. Это у нас домики. И это домики. Это что у нас? Остановка, правильно? Это остановка. А это что у нас? Это КПП? А, таможня. Я понял, таможня. Пожалуйста, а куда таможня идет? В никуда идет, то есть. Я понял, мы из ниоткуда. Ага. Так, пожалуйста, это у нас поезда. Правильно? Угу, то есть это поезда у нас, то есть мы можем... Ага. Ну, допустим-то... Экскаватор купите. Ну, допустим-то. Ну, это легко. Нажимаем. Купить транспорт, правильно. Экскаватор. Купить. Теперь его надо назначить, правильно? Или не надо? Постройте гравийно-сортировочный завод. Камень необходимо должным образом переработать в природный для... в пригородный для использования гравия. Что Моша? Что хочешь? Что Маш? Здравствуй, Маш. Что тебе? Маш. Благодарю тебе, Маш. Здравствуй, Машечка. Здравствуй, моя красавица. Здравствуй, моя лапочка. Здравствуй. Союз нерушимой республик свободы, да, Маш? У тебя хорошая лапочка моя. Хорошая мусечка. Да, вот. Что там надо? Постройте гравийно-сортировочный завод. Ну да, тут надо рядом, кстати, строить. Это логично. Чтобы далеко это самое не надо было. Так, это что у нас? Промышленность. Ага, в промышленности. Гравий. Гравийно-сортировочный завод. Чего? Ой. Пошли. Надо отдалить. Какой он большой. Ничего себе, какой он большой, ребята. Ого. Окей. Закрыть. Ничего себе, какой он большой, ребята. Ядрит колотить, как он большой. Этот завод. Я понимаю, что... ну да, тут рядом... ну да, все правильно. Отсюда он будет сюда идти. Так. Так, купите машину, которая перевозить камень. Ага.
Ну это логично, что так, допустим-то, выбрать, купить машину. Так. Самосвалы. Паша, а почему именно этот самосвал? А, тут есть описание, что он перевозит. Даже есть описание, что он перевозит. 25 тонн гравия. Угу, сырой уголь, боксит, асфальт перевозит, камень, железо. Ага, я понял. Допустим-то, покупаем. Так, у нас есть... Так, добавьте каменоломню в качестве первой остановки на маршруте. Используйте свой новый самосвал для перевозки камня с каменоломни на гравийно-сортировочный завод. Выбрать. Ага, добавить остановку. Подожди, он должен ввести в дан... Я знаю, что надо делать-то. Как неудобно добавить вот это. А, я могу передвинуть эту. Я знаю, что надо вот отсюда. И... Куда? Вот сюда вот, правильно? Вот. Так, поехали. Так, он сейчас поедет. Паша, где наш транспорт-то? А, вот. Да, правильно, он сейчас будет отсюда. Так. Так, он сейчас сюда едет. Сейчас он тут загрузится. Так он загружает все это. Ну допустим-то. И сейчас он вот сюда вот будет. Ой. Ладно, непонятно, но типа он выгрузил, допустим, так. И он сейчас сортирует все это, правильно? Ага. В процессе добычи и переработки камня на... Чего? Переработка камня налажен, и теперь республика будет иметь стабильный источник гравия. А зачем мне столько гравия? Однако из основных строительных материалов перейдем к заготовке и переработке дерева. Ага. Переработка. Так. Лесоповалы нужно строить возле леса. Чем больше число деревьев окружает лесоповал, тем больше деревьев можно срубить. Могут срубить рабочие. Обратите внимание, что запасы древесины в лесу исчерпаемы. В отличие от других ресурсов. Чтобы не пришлось перемещать лесоповал, нужно высаживать новые деревья вручную. Для этого воспользуйтесь пунктом деревья и декорации в меню. Строительство высаживания деревьев будут доступны для вырубки после завершения роста.
Ну да, логично, кстати. Подожди, а вот именно здесь строить? Да тут смотри, сколько леса тут. Ладно, ну допустим-то. Что мне строить тут тогда? Промышленность. Допустим-то промышленность. Деревообработка. Выбираем. Ага. Строим. Так, купите машину на лесоповал. Эта машина будет доставлять срубленный лес на лесоповал. В отличие от каменоломни, рабочие будут только рубить лес, а машины только возить бревна. Таким образом, для работы лесоповала нужны и рабочие, и техника. Купить транспортное средство. Ага, тут написано, что он перевозит, да? Сталь, доски, оксид урана... Чего? Оксид урана? Древесина, кирпичи, алюминий и панели. Допустим-то, вот это покупаем. Так, мы купили. Теперь ему надо... Так, построить лесопилку. Лесопилки используются для превращения древесины в доски, которые являются еще одним строительным материалом. Так, допустим-то. Ага. Так. Ну да, тут рядом надо строить. Это логично, кстати. Около этого самого. Так. Так, лесопилку. Промышленность. Лесопилка. Лесопилка. Построить. Так. Заводские соединения. Чего? Переработка железной руды. Пожалуйста, я сейчас немножко не понял. Так. Пожалуйста, в разделе грузы и хранилища. Общие грузы. Так, промышленность. Сталь. Железная шахта. Ядрит колотить. Это область, то есть это область... это область добычи, что ли? Карте? Какая мини-карта? Где мини-карта?
Подожди. А... Окей. Допустим-то... Ага. Так. Так. Шахта. Допустим-то, я шахту-то построил. Так. Тут нужна еще машина, которая будет это все возить. Подожди, мы сейчас шахту построили. Теперь нужно... Ага. Так. Ой. Чего? А, пошли, у меня что, не полный экран? А, минутку, настройки. Графика. Маш. Так. Ой, а что я нажал-то? Так. Так. Металлургия. Сталь. Так. Ой. Так, сталь. Ага. А! Я понял, зачем shift. Я понял. Все, я теперь понял, зачем shift. Shift и колесо мыши, я понял. Все, я понял. Вот. Так, изготовить. То есть строить. Конвейер, постройте конвейерную башню. Использование транспортировки. Так. Так, построите конвейерную башню. Допустим, так, грузы и хранилище. Ага. А, тут даже есть описание, что в нем будет храниться. Руда урана. Ага, сырой. Допустим, так. Ой. Ага. Так. Конвейерная для... Чего? Что мне с него делать? Так. Так.
То есть сейчас получается из шахты вся железная руда идет сюда, правильно? Железо. Ага. Так. Так. Так, для грузов. Автомобильная станция погрузки научных грузов. Окей. Чего? Так, минутку. Дискорд сейчас. Кто мне в Дискорде пишет? Так кто мне в Дискорде нужно? Так, так соедините железнодорожную фабрику с грузопроводной станцией. Ага. Так. Купите транспорт, который будет железо. Допустим-то. Тут за рубли, да, покупаем. Самосвалы нужны именно. Ага, купить. Так, теперь надо настроить все это, правильно? А, выбрать. Ага. Так, откуда и куда он будет возить-то? Ё-моё. Так, выбрать. Так, отсюда. И куда он будет возить это всё? Серьёзно? На таможне? Я буду продавать это всё здесь? То есть я, получается, сейчас продаю. Минутку. Ой. Уронил это самое обогреватель я. А я понимаю, что продавать. А самим ведь тоже надо железо мне. Ведь не только на продажу нужно. Стабильный источник дохода. А, ну да, совхоз построить, конечно. Ну допустим-то. Так. Промышленность. Сельское хозяйство. Ой-ой. Сколько много. Ага. Построить. Ничего себе, как далеко. Кстати, очень далеко прямо от. Слишком далеко. Farmland. А почему на English тут написано, а не на Russian? Ладно, неважно. Поле используется для выращивания урожая. Связано с... Ага. Так, связано... Допустим-то. Сельское хозяйство. Малое поле. Ага, малое поле. Малое поле.
Реактор используют для пассива ужасая. А транспорт. Ну да, логично, что трактора надо покупать. Так. Серьезно? Да я банкротом с... Окей. Так. Подожди, и все? А им ничего не надо, это самое. Ага. То есть они сейчас, получается, уже работают, правильно? Так, это трактор. Правда, а как... Подожди, а как рабочие сюда будут добираться-то? Вопрос. А, и почему трава торчит из этого самого? Из-за асфальта. Подожди. А это у нас... Таможня. Подожди, это таможня, допустим-то. А как народ будет попадать? Здравствуй, кошка. Здравствуй, Маша. Ну здравствуй, что тебе надо? Что тебе? Да, я тебя тоже люблю очень сильно, Маш. Так. Стабильный источник урожая, типа стабильный, окей. Так, время хранилища. Будет выполняться сохранение большого урожая. Так, допустим-то. Перейдем к нефтедобыче. Нефтяную скважину. Так. Так, нефтяная скважина. Как он это самое... Как все хорошо, что рядышком все находится, а не надо за километры возить. Постройте, что у нас? Нефтяной терминал. Так. Опа, он автоматически соединился, неплохо. Не построился, трубопровод построить надо. Я понял. Вот. Трубопровод. Так, теперь мы качаем нефть, правильно? Так, постройте железнодорожное депо. Чего? Подожди, а куда мы его? Так. Так. Ага. Допустим-то. А куда мы будем вывозить его? Ага. Купить средства. Купить. Грузовой вагон. А, ну да, в цистерне. 3 цистерны, допустим-то, купили. И что? Не? И что делать? Встаньте первую точку маршрута. А, в каком смысле? А! Тьфу ты. Что? Ага. Так. Допустим-то, откуда и куда будем возить это все? Ой. Ага. Так.
допустим, отсюда и куда? Серьезно? Мы его будем просто тупо продавать? Нефть. Урок окончен, товарищ. Вы свободны. А, вопрос, я понимаю. Да, к следующему уроку обязательно. Так. Так. А, окей. А, минуточку, ребята. Мне надо паузу сделать. Так. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вернулись. Значит. Та-та-та-та-ра-та-та-та-та. Значит. Так. 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 Строительство здания. Инфраструктура использует техники, ресурсов республики. Ага, экономия денег. Так.
так с асфальтного завода. А, ну да, логично, что у себя строить это все. А, заводы это самое, чем у кого-то покупать. Это логично-то. Так, промышленность. Что это у нас? Асфальтный завод. Так. Ну, допустим-то. Асфальтный завод, бетонный завод. Ага. Так. Так. Ага. А что именно соединить надо? Ага. Ага, ну да, надо дом построить, это логично. Ой. Так. Ага. Автобусную остановку. Паша, а почему так далеко? Вопрос, а почему так далеко надо строить автобусную эту самую остановку? Вот именно здесь. А, у тебя не отчет. Паша, это что, тоже квартира? А! Я понял. То есть они отсюда будут добраться. А вопрос, а зачем тогда вот это мы строили? Пять безработных. 132. Угу. Так, допустим-то. Так. Закупите гравий в большом... Чего? Вопрос, а зачем мне гравий покупать? А, я понял. Все, я понял. Мы можем просто тупо... Я понял. Угу. Я понял, тут объяснили нам это самое, я понял. Мы можем тупо это самое, собственное это самое... Гравий. Как его? Тупо собственный гравий это самое сюда запихивать в бетонное... Вот это какое у нас? Допустим-то, купить гравий.
Да ёпту, если... Ладно. Давай гравий купим. Максимально. Приобретите сталь для склада. Сталь? Допустим, сталь. Кирпичи, можно покупать даже тут. Доски. Вопрос, зачем мне доски и... древесину? Да и мы можем сами вырабатывать древесину. Ладно, допустим-то. Приобретите механические детали для склада. Автозакупка. Ага. Ну, допустим-то. Купите битум для асфальтного завода. Так. Битум. Так. Возможно, бетон. Так. Слушайте, строительную контору. Угу. Строительная контора. Покажи, где она находится. Ага, строительная отрасль. Строительная контора и эта штука. Ого, как все тут трудно, ребята. Это надо все прицепить. Ага. Нифига себе! Асфальтная дорога. И что?
И почему никто не работает? Ага. Автоукладчик, ядрит колотить. Каток. Нифига себе, как сложно. Подожди, она сейчас работает? Подожди. Я хочу посмотреть. Так, этот едет. Что мы тут сюда загружаем? Гравий? Опа, зачем нам гравий? Он сейчас в эту, да, сторону? Сейчас он поедет сюда. Блин, все пешком идут. Он сейчас сюда поедет. Просто тупо раскидал гравий. Так. Так, перейдем. Так. Дорога. Грунтовая дорога. Постройте жилой дом. Так, то есть сейчас в данный момент, ага. Так. Бетономешалка. Так, экскаватор. Ей. Автокран. В каком смысле? И сейчас в данный момент он будет строиться, правильно? То есть сейчас они... Чего? Почему они заходят в дом? Чего они еще не построили? А, они типа строят, да, получается? По идее, он должен... по идее, они должны строить в данный момент. Так это бетономешалка. Окей. Да, сложно, ребята, сложно. Об охране правопорядка. В тюрьму надо построить. Серьезно. Борьбу с преступностью. Давайте построим. Борьбу с преступностью будем строить. Так. Градостроение. Отдел милиции. Так. Чего? Это что, кондиционеры?
серьезно, кондиционеры на крыше стоят? А, не, ну я... Ладно, что-то тут с реализмом не так, что-то, ребята. Так. Купить... машины. Так. Малое здание суда построить. Окей. Как там было? Да здравствует суд! Самый справедливый суд в мире! Ура! А почему так далеко? Может было около суда, около ментовки построить суд. Новое жилое здание постройте. Почему? А, заселение. Автозаселение выключить надо. Почему? Ага. Пять. Чего? Так. Ага, ну да, ну конечно тюрьмы нужно, обязательно. Я говорю, что тюрьма нужна. А, тюрьма. Надо около, знаешь, тюрьму построить около этого, как его называется-то, лесоповала. Чтоб они это самое... Чтобы шли лес рубили бы. Нифиг им это самое. Вот, тюрьма. А почему около этого дома? Их я мог вообще где-нибудь тюрьму там вот построить. Пускай они там тусуются. А, окей. Автовокзал. А, так. Автозаки. Автозак. Купить. Выбрать. Так, выбрать. Откуда мы будем его? А, из тюрьмы куда? А куда надо? Так. Выбрать. Откуда именно надо? Отсюда? И куда именно? Его. Это что это за... В угольную шахту? То есть, мы, получается, мы тупо будем Бобиком этим. Это что за хипстер машина? Оп. Какая хипстерская машина? Как его, это с этого, тупой еще тупее. Так, это в тюрьму, да, получается? А, не по... вопрос, а зачем все в тюрьму пошли пешком? Не, я понимаю... Ничего себе, охрана тюрьмы. А, это охранники? Или кто это? Чего? Пошли. Стоп. Подожди, я хочу посмотреть, это кто? Э-э-
А, рабочая смена. А, это надзиратели? Я уже запутался, зачем столько надзиратель на одного заключенного, Возраст 24 года, а за что его? Отбывание наказания. 1,5 лет. А, вопрос. Вчера, чё? Вчера сидел дома с ребенком. А за что его посадили-то? А за что этого хипстера посадили? Сейчас в тюрьме. Отбывает наказание. Вчера сидел дома с ребенком. И в чем смысл? За что его? За то, что он сидел дома с ребенком? Я понял, кто он. Ну, допустим, то ладно. Постройте детский дом. Чего? Детский дом построить? Зачем? У моей республики нет, не надо, как говорится, постройки детских домов. Ядрит колотить. На настроение так. Чего? Здание службы госбезопасности? Ну да, госбезопасность — это важная вещь. Ага. Машина в черный цвет, чтобы они не вызывали подозрения. Ага. Черный Кадиллак. Кадиллак, мой черный Кадиллак. Так, я понимаю, что у нас есть этот самый, как его, КГБ. Я понимаю, что мы КГБ построили. А вопрос, а кто будет это самое на заводах пахать-то? И тюрьмы построили. Молодцы мы. Вообще, шикарно. Тюрьму построили, детский дом построили. И КГБ построили. Подожди. А это что это у нас? Угольная шахта. А, ну ясен красен, что будет этот работать. Ильич? Серьезно, Ильич Ленин работает тут. Неплохо. Бля, это что это у нас? Отдел милиции, допустим, там. Так. Больница у нас есть. Ага, ну ладно, допустим, так. Бар. Так, это дома. Бля, это что это у нас? Торговый центр. Футбольные поля у нас есть с вами. Здание суда. КГБ. Вопрос, зачем нам КГБ, если у нас есть тюрьма? Кто не надо, всех в тюрьму посадим и все. Зачем нам КГБ нужен вообще? Просто, сейчас кого-нибудь найдем здесь на дороге, вот. Вот ты, вот кто ты? Вот в синем. Жалко, что я не могу ее тыкнуть. Посмотреть. Это кто это у нас? КГБ ездит. Работает на безопасности. Ага. А это что, изменить свет?
О, желтый давай поменяем вот на желтый, чтобы точно было бы видно. Вот, сейчас на желтый поменяю. Может быть, перепутать с такси. Нет, резко отснить. Я выставляю. С такси перепутать можно. Тупо. Хотел в такси поехать. Это самое, на такси я попал в тюрьму. Ядрит колотите. Не, надо покрасить. Давай в другой покрасим его. В оранжевый. Вот тут есть голубой. Во, голубые будут кататься. Во, отлично. Сразу ясно, вот, голубые катаются тут. Машины я, про... еще что я про машины. Они их, это самое, принадлежность, вот. А, так, а что нам нужно построить-то? Школу построить, ну, конечно. А, подожди, это, а кроме школы надо еще это самое, университет построить там, я не знаю, что еще. Библиотеку построить надо обязательно. Так. Так, нам не нужна задняя... Чего? Нам не нужна западная пропаганда в школах. Убедите, что... обучать детей... обучать детей будут люди, верные нашей идее. В каком смысле? Лояльность к власти 0%. Ты чё, дурак? Лояльность к власти. Я сейчас классе, что надо лояльность к власти 100% поставить. Вот. Вот, с лояльностью 100% будем принимать на работу. Во, шикарно. Только это самое, будем своих. Так. Установите минимальную требовательность лояльности для рабочего детского дома на 55. Почему 55 именно? Давай на 100 поставим. Ага. Так, у нас есть школа. Ну, допустим-то 50% поставим вот так. 50%. Допустим, у нас есть. Ага. Так. А как дальше? Так, настройки. Выйти на рабочий стол, выйти в меню. Продолжить. В каком смысле продолжить? А можно следующий урок? Статистика населения. А, вот статистика где. А, это что это у нас? Счастье. Ага, это что у нас? Сытость. Здоровье. Удовлетворенность к власти. Чего? Смерти побегов один? Ага. Алкоголизм. Спортом. Качество одежды. Ага. Ладно. Давайте просто сейчас. Окей, а ну-ка. Тропинки. Пожалуйста, а я могу. Я хочу просто проверить. Я могу построить дороги. Почему я через дорогу не могу построить дорогу? Ой, через дорогу построить. А!
А, вот! Тротуар тут есть. Так. А я могу тротуар. Я хочу тротуар построить, чтобы люди ходили по тротуару, а не по этому самому. Бля, это что это у нас? Вот это вот. Пало здание суда. Ага. Окей, допустим-то. Меню выйти. Ну, допустим-то. Основы. Законный порядок, мы прошли уже. Ага. Транспорт. Ух ты ж, серьезно? О, сколько тут много. Давайте, ладно, посмотрим вот это вот. Сегодня. Едет редко, сколько много. А что я буду строить тут? Трансформаторный пункт. Чего? Трансформаторный пункт построить. А, это оно. Так, подключите трансформаторный пункт на границе, чего? А как подключить? Ага. Лэп. И куда подключить? А, границы подключить. Так. Так. Импорт, покупка, продажа, покупка. То есть я могу покупать, получается, энергию, да? Блин. И продавать ее. Ага, мощность и напряжение. Допустим-то. Так, это что это у нас? Тепловая электроэнергия. А, это тепловая. Ядрит колотить. Это что это у нас? Ага. Ну, наверное, вот такие вот фигни надо строить подальше от города, наверное. Дороги, асфальты. Так, подожди, а чем мы питаемся? Углем, правильно? Ага, это уголь. Так, постройте высокое напряжение.
Ага, он... Ага. С высокого на среднее перекидывает, я понял. Так, нам нужно... Высокого напряжения, лэп. И вот так, да, соединить. Трансформаторный пункт. Это... Он показывает то, что то, что он может приконнектироваться. Ага. Нифига себе. То есть, а как я могу посмотреть, сколько? А как можно определить, сколько я приконнектировал здесь? А, вот так я могу посмотреть, что приконнектировано, да? А как я могу... не отпуская мыши, то есть... А как я могу не... То есть... Так, получается, у нас приконнектировано что? Вот это приконнектировано. Вот эти вот дома. И все, да? Подожди, это что это у нас? А, остановка. Возле города постройте. А чего? А что он бензин перевозит? Ладно. Так, ага, он будет энергию сюда. Ядрит колотить. Нифига себе. Как все запутано тут. Чего? Автозаправочные станции. Он сразу показывает, что он приконнектировался в зоне коннекти... Так. И что? Ага. Так. Так. Среднего напряжения. Так, подключить. Так.
Трансформатор надо. Ага. Подожди, а почему здесь тогда электричества нету? Вопрос. Если я провел сюда электричество. Так, напряжение у нас есть. Мощности у нас нету, да? Так. Так, и что? Я сейчас не понимаю, что именно делать надо мне. А, экспортировать именно. А, экспортировать надо высокое напряжение, да? Ага. Окей. То есть мы... Так. Экспорт-продажа. Ага, а сколько мы можем продавать-то? Продавать излишки соседним странам. Пошли, а что именно надо смотреть? Угу. Допустим, а мы... Ага. Я хочу ядерку посмотреть, ребята. Ой, не то. Я хочу ядерку посмотреть. А где она находится, кстати? Малый судовый... нет. Канатные дороги, не то. Вот, и в энергетике, правильно находится он? Тепловая. А где ядерная? Чё, градиль? Какая градильня? Это что это? А, чего? А, ядрит колотить. Какая штуковина. Я хочу просто тупо посмотреть, что это. Давайте куда-нибудь построим около дома. Сейчас какой-нибудь. Прямо около жилых домов. Блин, куда поставить так? Чтоб она не очень-то... О, пускай стоит здесь, кстати. Строительство. Ага, окей. А, дороги.
асфальтные дороги. Оно строится? Вообще. Оно, да, оно строится. А как я могу посмотреть? Давайте увеличим скорость. Так, оно строится. Ядрит колотить, какая большая штуковина. Так, высокий уровень безработицы. Да ну, да мне все равно, что большой не брас. Большой, выйти в меню. До свидания. Мне уже все равно, большой, небольшой он. В общем-то, вот такая вот игра. Игра. Уже заговариваюсь. Игра, ребята. В общем-то, давайте на этом закончим. В общем-то, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, нажимайте лайк, чтобы не пропускать мои видео, ребята. Всем пока. Вот. А что еще там? Нажимайте в колокольчик, чтобы стримы не пропускать. Тоже обязательно. Комментируйте тоже, ребята. Вот. А всем пока.